Танцевальными мастер-классами отметил День влюбленных Дом молодежи. На семейный праздник в ритме сердца собрались пары, чтобы разучить танго, вальс и другие танцы. Организаторы семейного праздника «В ритме сердца» сделали этот вечер для влюбленных пар теплым и интересным. Преподаватели на мастер-классах рассказали истории возникновения самых романтичных танцев мира и подкрепили эти знания основами движений аргентинского танго, классического вальса и бачаты. Пара часов в дружелюбной обстановке пролетели быстро и красиво, словно танцевальные па. Все заняты чем-то. Мы очень много живем в голове, и нам не хватает времени для того, чтобы прийти в себя и обняться. Танго дает эту возможность. Возможность быть обнятым, понятым, услышанным и принятым безоговорочно. На любом из шагов вы можете ее остановить, развернуть и повести на шаг назад. По словам преподавателей, для того, чтобы танцевать аргентинское танго, не нужно никаких условий ни в своем теле, ни в своих внутренних установках. Нужно просто желание узнать что-то новое, найти интересных людей, друзей и, возможно, свою любовь. В школе «Дель Вейс» при Доме молодежи уже более 25 лет преподают бальные танцы из европейской и латиноамериканской программы. И в этот вечер пары учились не только танцевать вальс, но и проживать в нем заново свою жизнь. Танец – это зеркало жизни, перекликается абсолютно пропорционально. Все, что происходит в нашей жизни, все, что мы чувствуем, мы это переносим в танец. Все наши взаимоотношения, наши страсти, наши страдания – все вы можете увидеть в танце. В планах у Дома молодежи сделать теплые семейные вечера постоянными. И, по мнению участников, это то, что нужно в холодное время года. Ульяна Боровинская, Олег Фролов для выпуска новостей.